Привет всем, это Вячеслав, канал Кибай. Сегодня к нам приехал такой представитель C-сегмента. Это Renault Megane 4, 2017 года выпуска. Автомобиль европейской сборки, простой комплектации. Тут нету системы бесключевого доступа. Идет обычный замок зажигания. И маленький дисплей, наверное. Машина идет выкидной чип, ключ зажигания на три кнопки. Открыть, закрыть и багажник. Это хозяйский ключик. Он уже, видно, подгулявший. Он машину дистанционно закрывает и открывает. Если мы вставляем ключ в замок зажигания, проворачиваем, машина заводится. По ключу ключ очень проблемный. Уже видно изношено лезвие ключа, изношены клавиши. Весь хром уже облез. Ну, ключ выглядит, как будто ему уже, может, лет 10. А машине всего лишь 5 лет. Вот, владелец приехал к нам на Экибай для того, чтобы мы запрограммировали новый оригинальный чип-ключ. Мы это сделали. Тот ключик оригинальный. Он уже машину, как и хозяйский, заводит. Если мы нажмем на кнопочки «Открыть-закрыть», машина дистанционно открывается и закрывается. Теперь владельца Renault Megane 4 2017 года выпуска европейской сборки есть два выкидных чип-ключа зажигания с кнопками. Если у вас возникли проблемы с ключами зажигания на Renault, либо на другую марку автомобиля, требуется изготовить дубликат ключа зажигания, отремонтировать ваш хозяйский ключ, либо вы потеряли все чип-ключи, либо нужно отремонтировать замок зажигания, либо замок двери, то можете обращаться в нашу компанию Экибай, мы вам поможем.